Слушайте, дядя крокодил, да. А что вы едите за обедом? Подойди поближе. Наклонись. Я скажу тебе на ушко. Ага, вот, слушаю. Сегодня, мой маленький друг, так. Я буду кушать за обедом маленький, ага. Кругленький, глупенький, любопытненький слонят. Что? Отпустите, мне же больно. Вы плохой друг. Зато ты хороший отец. А друзей на обед не едят. А у меня нет друзей. У меня есть, и они мне помогут. Да твои друзья боятся тулыть Марса за любовь. Помогите, помогите мне. Ничего, мы еще встретимся, толстая кишка. Выходи, слоненок ушел, крокодил. Это ваш новый нос. Что? Мой нос? Нет, не хочу я. Такой нос у меня ненормальный. Что? Смотрите, вам не жарко, а? Мне жарко. Я не могу залезть в воду, там же крокодил. А вы не берите к воды свой новый нос и обрежьте себя. Давайте. Осторожно, телефончик. Хорошо, да? Отлично. Хорошо.